В магазине ключей игровых аккаунтов extracase.net вы можете приобрести за небольшие деньги различные игры. К примеру, Far Cry 4 за 80 рублей или Battlefield 4 за 99 рублей и многое другое. Ссылка в описании. Итак, всем здорово. Сегодня сделаем... Наконец-то, я давно уже обещал ресмотр Кризиса первого. То есть игры, которая вышла уже, можно сказать, 10 лет назад. Ну, 9 лет. Вот, я чуть дальше прошел сначала, у меня не было сохранений, качать их не хотелось. Чуть-чуть прошел, чтобы день начался, потому что вначале, когда игра начинается, там ночь. Плюс разрешение будет квадратным, потому что в данной игре как бы нету большого разрешения. То есть максимальное разрешение именно в стоке 1680 на 1050. Там есть какой-то патч или что-то, но я решил не заморачиваться. Вот, соответственно, здесь все на максимум. Макс, это именно было самое крутое ультра, что называлось, настройки. Вот есть высок, есть макс. Ну, я надеюсь, это ультра. Потому что сейчас опять напишите, что ультра там не ультра. Вот. Соответственно, что мы видим? Да, вот мы видим вот тут текстурки, конечно. Ну да, действительно, ужасные текстуры. Вот, кстати, как написали в комментах к видео по графону, что 768 мегабайт всего лишь было видеопамяти в то время, то есть на ультра. Скорее всего, да, так и было, то есть даже гига не было. Вот, именно видеопамяти. Ну вот, в общем, тут, конечно, мыльцо. Здесь вот тоже, в общем-то, слабенько довольно-таки, но не совсем погано. То есть, ну да, слабо, но не совсем-совсем слабо. Но это все-таки 2007 год. Зато простительности здесь просто все очень-очень недурно. И до сих пор будет очень тяжело найти игру, которая круче простительности. То есть я вот даже репу почешу. Более того, здесь даже вот так вот делается. Это вообще сейчас, по-моему, даже ни в коей игре нету такого. То есть вот такого, видите? Вот, очень много травы. В принципе, конечно, можно какую-нибудь игру сейчас найти, где травы, может быть, будет, ну, не меньше, а может даже чуть больше. Но все равно ее очень много. Единственное, что она немножко какая-то корявая, то есть... Она вот криво как-то влево-вправо сделана. Ноги, кстати, есть у героя, что радует, потому что часто ног нету. Вот, вот тут еще давайте посмотрим. Здесь вот, здесь уже получше текстурки. Более-менее, в принципе. Но полигонов не хватает. То есть вот если мы скалы, тут видно, что полигонов не так много, как сейчас в некоторых играх. Тут же... Вот видите, вот тут вот особенно Tomb Raider, там вообще офигенные скалы. Вот, но тут очень много скал, то есть такого расстояния, вот видите, выглядит очень детализированно. И пальма, да, не пальма, конечно, самый лучший до сих пор. Вот я сейчас даже играю в Call of Duty Black Ops 3, вот прошел там похожий уровень, где зелень и слабее, а это 2015 год, ну, в смысле Call of Duty. Так. О, дырки на лопухах. Ну, правда, неправильно, конечно. Но, тем не менее, лопухи, как видим, они взаимодействуют, плюс они взаимодействуют на человека. Вот. Коробочки, ну, так, текстурки средненькие, но не совсем плохие, в принципе. Ничего так выглядят. Так, ну, это вот объекты такие... грубоватые, зато видите, как можно ломать. То есть берешь и ломается забор. Сейчас попробуй-ка найди такую игру, где такое есть. Днем с огнем не сыщешь. Более того, возможно, даже вот домик ломается. Так, и... Сейчас пули кончится, походу. Так, ну ладно, хрен с ним, не будем пули тратить. В общем, джунгли до сих пор, наверное, лучше. Тяжело будет какую-то игру найти, где покруче. Их очень много. То есть вот пальм. А для 2007 года это было, ну, просто что-то невероятное. То есть вот это вот
Вот я даже не знаю, Far Cry новым ломаются, так не ломаются. И вдаль видите, как все выглядит тоже весьма недурно. Сейчас это не требует ни хера памяти, то есть я браузер. Ну, правда, я парочку закрыл, но все равно один не закрыл. Самый главный, и все летает все равно, потому что... Вот умели делать игры, когда игрофон, как бы, который даст прикурить многим сегодняшним играм, и в то же время это все вообще как бы летает. То есть, ну, FPS, правда, не особо высокий, вот сейчас 65, 66, да, FPS, в общем, по сути, конечно, можно сказать, низкий. Видите, какая физика сделана, бочки двигаются. Так, не ту бочку стрельнул. Так. Тем не менее, во всяких многих играх современных бочки, они приклеены намертво. Ну, текстурки, конечно, на них слабенькие. Да и полигонов не особо, кот наплакал, но тем не менее. Ну, водичка как водичка, водичка, я уже 100 раз говорил, что в принципе вода, она везде одинаковая. Вот, видите, сколько пальм, ну просто, просто невероятно. Вот. Колеса, конечно, блин. Слабо текстурированные, все-таки в современных играх покруче, в том же Call of Duty. Колеса здесь, конечно, что-то не совсем уж плеозой. Песочек, ну, такой средненькой, текстурка не совсем плохая, но и не огонь. Тем не менее, выглядит, конечно, все равно не позорно абсолютно. Графон, то есть, вообще, зашибись. Да ёкало мене. Ну и здесь вот тоже текстурка такая, в общем-то, средненькая. Вот, да, 70 FPS, 73. Так, вот так вот можно, по-моему, даже можно менять вид. Нет. Вроде можно было. На танке, по-моему, можно. Так, давайте посмотрим, вот, кстати, колеса. Ну, относительно круглые, в принципе, не особо, конечно, вот. Вот полигонище, вот, то есть немного полигонов. Ну и текстурки тоже, в общем, слабенькие на самом деле. Сейчас, конечно, помощнее, помощнее. По сути, конечно, вывозят чисто... Так, сейчас... Чисто вывозят, пожалуй, джунгли. То есть, если джунгли убрать... к сожалению. Графона особого-то, возможно, не будет. Так, два в одном, одновременно он едет и одновременно может стрелять. Кстати, в чем отличие, к примеру, этой игры, в том, что очень мало противников. То есть, если я сейчас в Call of Duty играю, там на уровне надо 100 человек убить, то тут вот их единицы. Но при этом они очень больно бьют. То есть, убивает очень быстро. Так. По-дурацки получилось. Надо взять новый джипарик. Конечно, да, согласен, что в современных играх все-таки посильнее текстурки. Вот, но такой природы на самом деле вообще хрен найдешь сейчас, в какой игре есть. Кстати, очень хорошо они умирают быстро достаточно. В отличие от всяких Call of Duty, где там их
полчаса надо мочить. Здесь они фидят довольно-таки бодренько. Плюс еще неплохо отлетают. Когда в них пули попадают, они отлетают так достаточно здорово. Правда, не совсем реалистично, но... Ну-ну-ну. Так, ну, собственно говоря, на самом деле проще просто ехать. По-быстрому. Впрочем, кроме джунглей здесь, особенно в первом кризисе, в общем-то, действительно ничего нету. Если во втором кризисе там же город появился, то... То тут чисто джунгли и все, в общем-то. Какие-то небольшие есть деревушки, ну, военные объекты, такие военные городки, но... Они очень простенькие. Так, на самом деле здесь больше нечего смотреть, по сути-то. Потому что, в общем-то, вся игра такая и будет. Джунгли, какие-то транспортные средства, там танк где-то. Какие-то небольшие военные городки. Блять, как он заебал этот же чувак. Постоянно что-то там пиздит. Так, кончилась пуля. Да ёкало мане. Да ёкало мане. Блять, хотел сделать невидимость, короче. Он говорит включить маскировку. Так. Ну, игра, кстати, достаточно сложная, хотя я играю, в общем-то, на второй сложности. Очень быстро кончается энергия, поэтому здесь особо не побегать в невидимости. Так, все, пули кончились. Да ёкалманы! Да, но здесь особо не поиграть с костюмом, потому что на 5 секунд буквально хватает. Так. Плюс в джунглях очень хреново видно врагов. Да, тяжелая игра, в общем, еще там этот катер. Пока что нет прицела нормального, с таким прицелом, конечно, много не наприцелишь. Пипец, все, кончились пули. Что делать? Да. Маскировка активирована. Максимум брони. Достаточно. Так, что-то какая-то непроходимая вообще стадия.
Только я сказал, что здесь немного противников. И... уже штук 15 убил. Так, вот так вот можно его взять. И потом, к примеру, выкинуть. Тыкс. Взять боеприпасы для пистолет. Так, вот текстурка земли такая. На тот момент это было очень неплохо. Сейчас, конечно, не идеал, можно найти получше. Да, что-то у них все патроны пропадают. То есть не получается взять. Короче, я буду заканчивать, пожалуй, здесь, в принципе, все понятно. Вот здесь тоже видно, что полигонов на скалах, видите, не завезли. То есть вот это все рубленное. В современных, конечно, играх есть покруче. Но, тем не менее, все равно получается, что игра показывает, конечно, такой уровень графики, что сейчас не в каждой игре это покруче. Есть, конечно, покруче, но не в каждой. Вот, кстати, текстурка деревяшки тоже, в общем-то, Counter-Strike 1. Чуть лучше, может быть. Вот. Как мне кто-то писал, что если ты сейчас посмотришь на Crysis 1, ты там блевать будешь. Не, чуваки, блевать не хочется. Да, текстурки попроще именно из-за того, что тогда вот 768 это максимум было. Поэтому и разрешение поменьше. Но блевать не хочется. 75 FPS, вот так вот. Да, здесь, конечно, на скалах все-таки ощущается недостаток геометрии. Но такой не особо критичный. Поэтому не знаю, какие выводы сделать. Выводы такие, что, конечно, только сейчас начинают игры появляться покруче с графоном. Вот. И то спорно, как бы. То есть, если взять Black Ops 3, и на самом деле еще 10 раз подумаешь, где круче, понимаете? То есть формально там. А реально вот, к примеру, такой уровень графики, он там ни на одном уровне нет, потому что в городе там все такое квадратное, скажем так, а где там вот тоже лес, там послабже, как мне кажется, выглядит, по крайней мере, менее эффектно. Да, с пистолета они слабо кладутся. Тут вечная сложность в этой игре, что не видно. Вот где его патроны? Не видно, откуда стреляют постоянно. Короче, корейцы такие же терминаторы, как сам этот. Видите, я даже убить не могу. Пипец, я по нему стрелял, я... по нему больше попал, чем он по мне, и все равно, как бы, я оказался проигравшим. Ну, в общем, за сим прощаюсь. Пишите в комментариях, думайте. Вот, еще можно текстурку дерева заценить. Ну да, послабее, конечно, чем сейчас. Бывает. Но позорно эту графику вообще никак не назвать. Единственное, что игра, на самом деле, скучная и заебывает. То есть, вот это вот. Из джунглей все время непонятно откуда стреляют. Да, они что-то очень бронированные такие чуваки. Хотя вот этот тут быстро отлетел. Смотрите, как колесо подгрузилось. Смотрите, колесо. Хоп, хоп,
Вот такая вот оптимизация. Тем не менее, игра 2007 года на современном железе выдает вот сейчас 46 FPS. Если вы только подумаете. И это даже не Full HD разрешение. Про 4К я молчу. Все, покидываю, ёпта.